Подписчикам привет, сегодня будем собирать улицу павильон 2,5 на 6 с перегородкой, с фрамугами, с коньковыми. Пока приехали, разгрузились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, закрепили, обшили стены поликарбонатом, установили перелив. Сейчас будем крыть крышу и потом начнем все прокручивать, одевать профиля, устанавливать форточки, обшивать двери. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 2,5 на 6. Идем смотреть. Дверь с форточкой с каждого торца у нас установлена. Крючок в обязательном порядке. Есть перегородка. Пополам делят теплицу. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 40. Основная арка, подпирающая 20 на 20. Столбы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100 закреплен. Обработан. Также есть диагональные усилители для большей жесткости. Есть у нас две коньковые фрамуги на приводах. Приводы на зиму отключены. Пойдем в другой отсек, посмотрим. Поликарбонат 4 мм 0,8. Плотно все торцы защищены торцевым профилем. Вот точно такой же второй отсек, 3-метровый. Все информационные таблички, рекламки, все на месте. Вот такая отличная теплица павильон 2,5 на 6 у нас получилось. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.